Известный в криптосообществе специалист Япти, один из сооснователей CryptoSuite, сообщает о своем уходе из компании B2X Segwit. В этой компании Яп работал в качестве временного SEO под определенный проект. Причины, которые вынуждают его подать в отставку, заключаются в несоответствии его личной решимости проводить изменения с готовностью компании воспринимать эти изменения. Конфликтность ситуации обобщенно сводится к столкновению предлагаемой рыночной стратегии с консервативной структурой менеджмента, исключающей ясность и открытость бизнеса.